В Люберцах состоялось очередное заседание Совета депутатов округа. Народные избранники утвердили ряд предложений и внесли изменения в принятые ранее документы. Подробности в нашем сюжете. Долго-долго судились с Министерством обороны для того, чтобы оно его нам передало для использования в целях муниципальных нужд. Первый вопрос на повестке дня – передача собственности Минобороны городскому округу Люберцы. Банный комплекс на территории военного института теперь принадлежит муниципалитету. Также народные избранники утвердили проект внесения изменений в правила землепользования и приняли положение об участии округа в межмуниципальном сотрудничестве. Муниципальное образование участвует в межмуниципальном сотрудничестве с целью заключения соглашений и договоров, обмена опытом в области организации осуществления самоуправления, содействия развитию местного самоуправления. На заседании озвучили и кадровые перестановки. Новую должность первого заместителя председателя Совета депутатов занял Александр Шлопак. Кроме того, на совещании стало известно, что специально для проведения акции «Бессмертный полк» в Октябрьском в День Победы перекроют трассу М5 «Урал». Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.